Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре внешний жесткий диск от Seagate. Серия BK+, объем памяти составляет 3 ТБ. Интерфейс подключения через USB 3.0. Модель 3200. Семейство внешних жестких дисков из серии BK+, открывает всем пользователям новые возможности для работы с фотографиями и фильмами, защищает ваши цифровые данные и позволяет управлять ими при помощи очень удобной панели. BK+ дает возможность выбирать из двух удобных вариантов резервного копирования для важных данных, есть возможность делиться множеством мультимедийных файлов в таких сетях, как, например, Facebook. Также автоматически можно сохранять опубликованные в интернете фотографии, ну и, конечно, быстро в любой момент модернизировать интерфейс, используя заменяемые адаптеры. Для удобства на жесткий диск уже установлена программа от Seagate для выполнения резервного копирования. Его можно будет делать как по расписанию, так и в непрерывном режиме, чтобы, собственно, о нем больше не беспокоиться. Внешний жесткий диск BK+ совместим как с ПК, так и с Mac. Вы можете использовать его попеременно с компьютерами и Mac без переформатирования. И, конечно, обеспечена высокая скорость передачи данных с интерфейсом USB 3, который также обратно совместим с интерфейсом USB 2. Характеристики внешнего жесткого диска. Объем памяти 3 ТБ, форм-фактор 3,5, скорость вращения 7200. Интерфейс подключения USB 3, корпус черного цвета, материал корпуса пластик. Комплектация. Диск Seagate BK+, на него предварительно установлена программа для резервного копирования, файловая система диска NTFS, кабель USB 3.0, блок питания с переходником, руководство по быстрой установке и на диск распространяется двухлетняя ограниченная гарантия. В итоге из плюсов я бы отметил большой объем памяти, бесшумность в работе и низкую цену. Ну и как бонус, на лицевой стороне есть наглядный индикатор емкости. Из минусов, жесткий диск порой иногда сильно греется. На этом все. Меня зовут Владимир, и не забывайте, всегда живите интересно.